Добрий день, шановні друзі. Це ранковий кулик, і у нас сьогодні спецвипуск. Він присвячений проекту «Пост-Росія», тому і вибір мови буде у нас російською, оскільки ми будемо звертатися в тому числі до наших друзів, які борються за власні незалежні держави, нові незалежні держави на території пост-Росії. И наш сегодня гость нашей программы, мой хороший знакомый, товарищ Дмитрий Левось, который также много пишет и говорит о пост-России, о территориях, которые способны и могут создать как собственное государство, так и, возможно, новое устройство или перераспределение пост-российской Евразии. И где-то наши мысли совпадают, какие-то позиции у нас есть общие. О том, об этом и о другом мы поговорим с Дмитрием. Дмитрий, добрый день, спасибо, что присоединился. Первый вопрос, который у меня есть, а есть ли смысл вообще говорить о карте пост-России, точнее о проекте пост-России в ситуации, когда мы еще не победили? Да, это сейчас, когда вот все пишут, там нагнетается ситуация, известные говорящие головы говорят о поражении почти, заморозке, это модное слово заморозка. А мы здесь рисуем карту пост-России, говорим, что вот Россия может развалиться где-то вот так, да прикидываем, как это может произойти. Не является ли это маниловщиной российской традиции? Витаю, да, здравствуйте все. Спасибо большое за приглашение, потому что как раз я думаю, что есть несколько каких-то направлений мысли, о которых хотелось бы поговорить. И да, я считаю, что действительно вопрос очень актуален. На самом деле мы должны об этом говорить. Почему? Потому что моя позиция такова, что Россия на самом деле не настолько сильна, не настолько стабильна, не настолько вообще как-то монолитна, как это видится очень многим. И разговор о том, как должна выглядеть ее карта, или, как говорят, как нам обустроить Россию после того, как она распадется, должны вести с нами. Почему? Потому что иначе может произойти, как это случилось в 1991 году. Когда распался Советский Союз, оказалось, что помимо того, что получилось естественно, это союзные республики стали независимыми, тем не менее демонтаж полностью не произошел. И более того, даже отношения между Россией и республиками, которые стали новыми государствами, которые стали независимыми, тоже выглядели достаточно проблемными, потому что был миф. На Западе миф о большой стабильной России, был испуг о том, что может случиться какой-то хаос. И поэтому, поскольку люди во всем мире мыслят приблизительно одинаково, то по инерции было решено, что главным на Западе, главным оператором всего пространства все равно должна оставаться Москва. И именно вот это решение, оно и привело к огромным проблемам, к нескольким войнам, к тому, что именно за этот период человечество, можно сказать, потеряло несколько народов на территории Российской Федерации, поскольку ассимиляционные процессы там, где, в общем-то, начиналось национальное возрождение где-то с середины 90-х, началось назад, откат назад к жесточайшей централизации, да еще и в более худших условиях экономического кризиса. И мы увидели то, что человечество потеряло наследие нескольких народов. И абсолютно ожидаемо откат к
такой к диктатуре и авторитаризму, который уже перерастает в тоталитаризм, и к новым большим войнам. Теперь уже большим войнам. Если раньше войны шли где-то по периферии, то вот сейчас нынешняя агрессия Российской Федерации против Украины – это вот результат, который стал уже глобальным фактором для всего мира. Это как раз вот результат того, что не было понимания и не было видения того, что и как должен происходить демонтаж. Да, единственное, наверное, какое-то более-менее стойкое представление было о странах Балтии, поскольку они с 20 по 40 год имели независимость, и была соответствующая декларация 40 года в США, которая, в общем-то, где-то давала обоснование того, почему эти страны должны снова стать независимыми, и вот где-то вот таким вот образом все. Поэтому я думаю, что сейчас, опять же, есть еще один миф о том, что, ну, о том, что границы России, они якобы такие незыблемые, о том, что они якобы исторически обусловлены. Россия, кстати, вкладывается в этот миф очень, ну, на протяжении десятилетий, и эта иллюзия тоже присутствует. Но, тем не менее, кстати, вот именно деконструкция этого мифа нам тоже позволяет увидеть некоторые интересные вещи о том, что никакой стабильности нет, о том, что, в общем-то, даже так, на абсолютно таких каких-то примерах, например, западной границы России, можно увидеть, что то, что сейчас какая-нибудь Псковская область, там, Смоленская область или там, Курская воспринимается просто без, ну, по определению как коренная Россия, так на самом деле таковым не являлось еще где-то в 50-е годы, да, то есть восприятие было совершенно другое, какое-то одно, там, два поколения, полтора поколения назад, где-то приблизительно, вот так. То есть, вот, я думаю, именно поэтому имеет смысл говорить о том, как должна выглядеть Россия после ее деконструкции, почему? Потому что не факт, что именно так будет работать, но все, кто занимался каким-то видом спорта, все, кто занимался интеллектуальной работой, дебатами, все прекрасно понимают, что тем самым проходил курсы пикапа того же самого, да, все прекрасно понимают, что должно быть несколько сценариев, несколько стойких, наработанных каких-то представлений о том, как надо действовать в той или иной ситуации. И не значит, что именно они сработают, но именно вот эти наличие каких-то конкретных сценариев и конкретных представлений – это то, что дает базу к действиям, то есть их комбинация или использование их элементов. И вот поэтому я думаю, что рисовать карту пост-России и, исходя из этого, действовать, налаживать связи, анализ, собирать информацию, какие-то иметь свои представления. Это то, что, в общем-то, однозначно необходимо. Ну, кроме того, формировать некое инсургентское сообщество. Да, я, кстати... Сообщество политических представителей, которые борются за собственную независимость, да, поддерживать это движение. Да, я, наверное, да. Ну, видишь, я был немного как-то более политкорректным, но объективно так, да, это именно то, что надо делать. Кстати, точно так же, как и, ну, такая связанная проблема, изучать Россию, не надо где-то слишком сильно формализоваться и институциализоваться, да, то есть, ну, да, у нас много критики по поводу того, что нет государственной политики, такого сильного изучения, но на самом деле вот то, что я вижу по украинской экспертной среде, я вижу, что инициатив по изучению России, таких экспертных, возможно, связанных с какими-то государственными органами, с индивидуальных каких-то, их на самом деле достаточно много. И понятно, что есть даже какая-то определенная конкуренция и ревность, но это именно то,
что нужно. Почему? Потому что это создает такой питательный бульон для того, чтобы вызрело понимание того, какая должна быть политика по отношению России к ее регионам и к тому, что такое пост-Россия, как она будет. Я думаю, что это очень правильно. Ну, мы с тобой как носители институциональной памяти исследования России, мы еще помним, что существовал Украинский институт по исследованию России, это Национальный институт украино-российских отношений, в котором я в свое время тоже работал. И это большая научная школа, это специалисты, которые создавали аналитическую службу СБУ, которые работали у нас в институте. Это люди, которые прошли работу в государственных аналитических структурах, в офисе президента, в Совете национальной безопасности и обороны. То есть это были такие мощные синтенксы с основанием на фундаментальную науку. И сказать, что вот ребята пришли с чистого листа, начали собирать Россию, но это значит дилетантский подход. Молодые ребята просто не читали классиков, то есть нас с тобой, в отношении того, что такое Россия, что она себя представляла и в историческом движении. Я, кстати, согласен, да, почему? Потому что часто мы можем наблюдать вот это рвение неофита, когда начинает казаться, вот, до нас никто ничего не делал, мы первые, кто занимаемся, сейчас мы выдадим на гора какой-то продукт. Вот, но на самом деле это не совсем так, да, потому что... Ну, это вот, чувствуется, кстати, в качестве их продуктов тоже. То есть люди просто не знакомы с материалами до интернетной эры. Да, очень верное замечание. Изучение качества процессов происходящих, первичных процессов происходящих в Российской Федерации, что было в 90-х годах, как процессы происходили, как они затухали, как купировали риски. То есть они сейчас берут всю информацию из Википедии, вместо того, чтобы пойти в библиотеку и почитать людей, которые были в процессе самом, которые наблюдали это не в кабинете, а ручками, как говорится, трогали, ездили на территории, изучали, общались. А у нас сейчас много таких диванных молодых экспертов, которые, и порох они не прикладываются. Но вопрос не об этом. Вопрос и даже не картографии, потому что вопрос о самом проекте. Ведь для многих, в этом случае для нас, как наша инициатива вместе с Игорем Душиным, автором этой карты, которая за моей спиной, карты пост-России, это в первую очередь проект. Это не прогноз. И здесь необходимо четко, надо отстроиться от тарологов, от политики, да, которые там называют даты распада России, что вот Путин умер, его перенесли из одного холодильника в другой, и Россия распадется в ночь на полнолуние. Да? Вот у нас тоже такие есть. Мы же говорим не о гадании на кофейной гуще, мы говорим о проекте, который необходимо реализовать, создать. И где-то мы в чем-то солидаризируемся с теми, кто готовили похожие проекты в свое время, предвосхищая распад Российской империи, потом Советского Союза. Соответственно, речь здесь идет не о том, что это произойдет завтра. Это не гадание, это не прогнозы, это именно вот проект. И исходя из этого проектирования можно говорить о некоторых линиях разломов, некоторых конфликтов, которые могут возникнуть и уже существуют в России, которые будут и определять вот нарезку этих новых независимых государств, если будут заинтересанты внутренние и внешние. Вот сейчас хотел с тобой поговорить о поводу такой вещи, нас тоже это критикуют, и об этом много поднимается вопросов, что необходимо внешние заинтересанты в распаде России. Ну, ты уже сказал, что вот в 91 году те же Соединенные Штаты и коллективный Запад условный не был заинтересантом распада Советского Союза. Да, где-то кто-то, какая-то часть политической элиты об этом говорил на Западе, но Буш просил Украину не выходить из Советского Союза. В августе месяце, буквально там за неделю до путча. Да, то есть это... Картинка в голове западного эстаблишмента — это была демократизация Советского Союза. Хотя сами диссиденты советские, многие люди, которые
были вынуждены бежать из Советского Союза. Аль-Марик тот же самый, кто написал известную работу «Доживет ли Советский Союз до 82 года», да? До 84 года. Да, она написала эту книгу в начале 70-х. Поэтому, и он там многие вещи предсказал, как будет разваливаться Советский Союз, какие линии разлома. Он, за исключением китайской угрозы, все остальное как бы реализовалось. А перед этим была замечательная работа Льва Троцкого «Преданная революция», где он также говорил о том, что приватизация государственной власти советскими чиновниками приведет к распаду Советского Союза. И называл те же линии разлома социальные и национальные в том числе. Но вернемся к другому вопросу. Это вопрос к принципу территориальной целостности и права нации на самоопределение. Хельсинский пакт, 70-е годы. Есть некие противоречия права нации на самоопределение, и в то же время есть вот непредложенный такой фетиш, священная корова в политическом и международного права, это нерушимость границ. Она же заложена в устав ООН. Для Украины это важно, это наш главный аргумент против войны России в Украине, это наш защитный контраргумент. Но, с другой стороны, мы видим, что Россия сама нарушила принцип территориального суверенитета, приведя свои границы в движение. Еще заметьте, в 2014 году, даже не в 2022, а в 2014. И мир, кстати, это проглотил на тот момент, по большому счету. То есть... Да, то есть первая аннексия, 2014 год, и мир проглачивает действительно. Можно, конечно, делать отсылки к Косово, что вот не Россия это первое начало, но, с другой стороны, Россия это все реализовала силой, военной силой, силой вторжения, отобрав территорию, захватив ее, аннексировав, и сейчас продолжает это все делать, и таким образом нарушая принцип территориальной целостности и суверенитета. Будет ли следствием этой войны, возможно ли следствием этой войны, пересмотр и коррекция принципа территориального суверенитета в целом в отношении нового миропорядка? Или мы будем все-таки существовать в таком двойном, тройном, двойных тройных стандартах? Вот для одних стран это вот так, а для других стран это вот по-другому. Вот. Я, кстати, пока ты говорил, у меня много рефлексий разнообразных возникло. Ну, это понятно, да, потому что ты очень действительно основательно сейчас рассказал. У меня, ну, если говорить вот конкретно о вопросе, да, то я думаю, что действительно мы будем существовать в таком некоем гибридном восприятии вот этого принципа территориальной целостности, нерушимости границ. Более того, ну, например, свое, мне, кстати, когда-то приходилось слышать от в 90-м году от сторонников сохранения Советского Союза в Латвии о том, что когда, в общем-то, шел вопрос о независимости Латвии и вообще стран Балтии, они, кстати, тогда говорили о том, что подождите, есть хельсинские принципы, да, вот по хельсинским принципам признали же границы Советского Союза, Соединенные Штаты, да, там совещание по безопасности там, в Европе, то есть вот все, нерушимость границ соблюдена подобным образом, да, то есть и показателен тот момент, что перерастет ли в случае с Российской Федерацией мир понимание, ну, точнее так, толкование, например, границ национальных республик, национальных областей этнических в России и, возможно, там вообще субъектов федерации в то, что, ну, вот в принцип права на самоопределение. Да, то есть это такой, как по мне, я думаю, что такая возможность на самом деле есть. Но
большие изменения, вот, фундаментальные, они возможны только после глобальной войны, к сожалению, как я воспринимаю. Потому что никто не будет, ну, с тем, чтобы вот занести эти изменения, чтобы их легализовать их, пока что мы, я думаю, принципы формально будут существовать, те, о которых шла речь, о нерушимости границ, о том, что нации имеют право на самоопределение, но практика может быть очень и очень разной. И тут действительно большую роль сыграла сама по себе Россия против себя, тем, что подвесила эти принципы, при этом декларативно оставаясь, да, их, оставаясь, так сказать, защитником их, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, постоянно декларируя. Вот, поэтому я думаю, это возможно вот таким образом. Относительно того, как и что будет происходить в России, да, ну, мы не будем датарологами в этой связи, я думаю, что в принципе понятно, что нету какого-то единого, однозначного, универсального момента, по которому могут происходить вот эти разломы или там движения. И это, кстати, очень хорошо понимали и те, кто изучал Россию раньше. Почему? Потому что, ну, сама по себе Россия, она лоскутна, мягко говоря. Да, с одной стороны, есть регионы, которые географически и экономической точки зрения им легче обрезать все какие-то связывающие их нити с Российской Федерацией. Причем, кстати, тут в этническом плане они ничем не отличаются, но мы, вот, как ты правильно говорил, как носители такого исторического в определенном смысле знания, помним, как конец 80-х, начало 90-х годов, когда вот это желание жить хорошо в условиях такого большого экономического кризиса Советского Союза приводило к тому, что вот этот вся большая советская страна была на грани провозглашения вот таких вот отдельных суверенитетов. И где-нибудь в Ленинграде с московской пропиской, ну, если ты показывал паспорт, и у тебя не было ленинградской пропиской, тебе говорили: свободен, в магазине ты не купишь тут у нас ничего. Да, то есть все это... Что? Хорошая была практика. Надо... Да, хорошая, да, была. Ну, она, кстати, она и в Украине тоже определенным образом была. Да, то есть, но на самом деле и... это я так просто... Я не говорю, что это настолько однозначно, но это один из примеров. Да, другой момент. Одновременно в состав России входят территории с такой памятью о государственности. Да, ну, на территории того самого Идель-Урала это Татарстан, это Башкортостан. И хотя неким определенным уравнивателем сейчас служит российская пропаганда, которая, в общем-то, она творит... Ну, ужасные вещи. И, ну, вот у меня, кстати, не так давно было общение с одним представителем Татарстана, который вполне искренне говорит о том, что у Татарстана уровень суверенитета выше, чем у Украины. Ну, мы, конечно, не можем объявить войну Японии, но вот экономические все вопросы. Москва с нами все время соглашается, потому что знает, что мы татары умные. Поэтому вот на вопрос, а чего же вы не введете единый государственный экзамен на татарском языке, я говорю: хорошо, хотя я пишу, что, ну да, я понимаю, почему, какой будет ответ. Потому что это не нужно, это наоборот мешает и снижает конкурентоспособность татарских детей. Было сказано: да, так и есть, оно, зачем оно? Но снижать, мы и так, мол, татарский знаем. То есть, оно, то есть вот этот вот такое... Я, кстати, тоже вот еще один момент, то есть достаточно показательный. Даже
люди, активисты, которые борются с Москвой, которые, в общем-то, настроены на независимость своих государств, они первое время после того, как вырываются оттуда, у меня складывается впечатление, что они очень похожи на представителей руха 88 года, которые, ну, скажем так, были, мы все были очень наивны, да, то есть мы не были готовы к тому, к реальному. В этом плане можно вспомнить украинских диссидентов, например, Григоренко. Да? Так, Даниил Григоренко, который приехал на Запад, и он выступал с автономистских позиций. Да, да, да. Вот. И там демократизированного Советского Союза, возврат к ленинским принципам, а потом он говорит, в конце он дает интервью в Бандеровской газете, выступает за негосударство независимое. Да, да. А другого, и, кстати сказать, а другого инструментария просто нет. Вот, и другого взгляда, и другой оптики на мир тоже нет. Да? Поэтому, в общем-то, это объективно. Но, да, именно вот благодаря тому, то, о чем ты сказал, что за достаточно короткий срок все-таки изменения эти происходят, да, во взгляде, да, они, то есть они могут быть, то я не думаю, что все прямо аж настолько плохо, да, то есть... Ну, и по поводу памяти о государственности есть, например, такой, ну, у нас были контакты с людьми из с Урала, помнят о республике, да, помнят о том, что на референдуме 91 года за сохранение Советского Союза у них было в единственных русскоязычных, населенных русскими этническими территорий, у них было 49% только. Например, как Украина проголосовала за сохранение Советского Союза, первый референдум, да? Да, на первом, да, да, да. Кстати, за сохранение Советского Союза, а на Урале только 49% поддержало сохранение Советского Союза. Более того, в 1992 году вводится уральский франк, идеи даже написали какой-то массив этих фантиков, идея создать полноценное создание сначала как углубленной автономии в составе Российской Федерации, а потом как независимого государства, все обсуждалось. Да, я, кстати, вот поэтому сценарии могут быть разные, да, ну вот можно вспомнить, как по мне, достаточно пророческий, это Юрий Лыпа, тот, кто писал о России, вот его работа, я, кстати, не знаю, как на русский правильно слово перевести, «Росподел России», разделение или раздел, да. Вот, да. Ну, вот у него, он, кстати, подходил, как по мне, больше с таких экономико-географических позиций. Вот, и, то есть он смотрел на Россию как на такие отдельные вот эти экономические регионы больше, как, ну, как по мне, да. То есть он учитывал, конечно же, и этническую составляющую. Но сейчас ситуация, я думаю, выглядит следующим образом, что не будет единого сценария, есть возможности для того, чтобы вот экономико-географические какие-то регионы получали независимость. Кстати, вот сейчас очень четко этот тезис о Уральской республике, о котором ты говоришь, это как раз подтверждение того, что это возможно. В определенных республиках на основе этнического проекта. Хотя, кстати, тоже достаточно показательный момент. Вот движение «Идель-Урал», оно говорит о конфедерации уже сейчас. И это, кстати, как по мне, тоже достаточно правильно. То есть конструирование, почему? С высоты опыта нынешнего, вспоминая о 1917, там, 21, 23 годах и опыта 91, ну, где-то до 96, наверное, года, приходит понимание того, что такие вот конфедеративные проекты, а это, кстати, то, что имеет смысл и в данных конкретных условиях для того, чтобы попробовать. Да. Тут, кстати, тоже один такой достаточно показательный момент есть. Мы часто
когда говорим о начале вот этой Советского Союза и это Советской России, то есть такой определенный флер там какого-то романтизма вот по поводу национальной политики. В России это у Путина вообще перерастает, ну, в такую откровенную ложь, да, там вот эти пресловутые подарки Украине, да, которые, то есть это на самом деле именно тогда было заложено очень много мин, которые, ну, причем так однозначно в сторону того, чтобы покалечить нерусских, да, то есть это, ну, само собой, то есть вот можно вспомнить историю с Таганрогом, кстати, вот я вижу у вас там на карте Таганрог есть, который в 25-м году отобрали от Украины, когда Грайворон, город Белгородской области, где сейчас вот шли бои, куда русский добровольческий корпус рвался. Грайворон был городом, где проходили съезды кобзарей украинских. То есть это часть, это массив украинской этнической территории. Да? То есть вот такие вещи, о которых сейчас никто не вспомнит. Башкортостан, который в нем был огромный конфликт. После того, как Башкортостан воевал против Колчака, одновременно и против красных, и в конце концов пошел на союз с большевиками, там был конфликт коммунистов с военно-революционным комитетом, там оно дошло до войны. Да, то есть, и в этих условиях что происходит? Да, это когда говорят вот, про мудрость, ну, там, скажем так, этот устойчивый термин, этот российский, мудрость сталинской национальной политики, Башкортостан и Татарстан, ну, то есть весь Идель-Урал, оторвали от массива остальных тюркских территорий. Кувандыкский коридор, 30 километров, который просто, ну, вот сейчас не дает нигде внешней границы Идель-Уралу, Башкортостану конкретно, с Казахстаном. Этого нет, этой границы. Да? То есть, а почему? А потому что тогда, в 26-м году, просто было так принято решение о таком размежевании, что Казахстан, который на тот момент был просто Киргизской автономной ССР в составе Российской Федерации, вот так вот его оторвали. То есть, и вот это вот, вот таких вот мин их заложено, ну, именно вот в размежевании огромное количество. Когда перед началом, по-моему, большой войны Путин собачился с этим, господи, Молох, кто снял, или этот режиссер из общественного совета российский, который там высказывал какие-то претензии к нему в... Хорошо, кстати, что забываем, да, проведных деятелей Российской Федерации относительно Кавказа, у него там были какие-то претензии, и Путин, он тогда вызверился, и он вызверился, кстати, назвав конкретную цифру. У нас 2000 конфликтных территорий, по размежеванию он именно имел в виду. А я прекрасно понимаю, что Путин, который... ну, отнюдь не является там большим интеллектуалом, специалистом по экономике, по истории, по всему, но он чекист. И это вот единственная вещь по госбезопасности, которую он понимает, и которую вот он точно читает, когда ему приносят бумаги. И вот тут он был прав. И вот тут и сама по себе вот это вызверение, вот эта реакция говорит о том, что вот тут вот смерть Кощеева. Есть вот эти вот конфликты, которые и проблемные точки, которые... закладывались как на карте России, как для того, чтобы где-то ослабить вот этнические движения. Но сейчас они работают на самом деле против нее. И вот это вот такое айкидо, перевернуть, да, эти мины, наоборот, на то, чтобы они сработали против России, это то, что, в общем-то, я думаю, абсолютно возможно. У меня вопрос такой. Смотри, у нас на карте есть ряд территорий, которые мы нарисовали таким красненьким, как отход территории к сопредельным государствам, к соседям. Мы с тобой начали говорить о том, я тебя спросил по поводу принципа территориальной суверенитета, нерушимость границ. Да, Россия сама его нарушила, движение границ пришли в некую такую
текучую форму. То есть российские границы, с одной стороны, как бы расширяются, но с другой стороны, приведя в движение, не факт, что они будут расширяться, а не сужаться. Да? И что процесс не начнется совершенно другой, перераспределение внутри и формирование новых государств. Но вопрос отторжения территории к соседям. Перед вступлением в НАТО ряд восточноевропейских стран, в том числе и стран Балтии, отказались от территориальных претензий. Официально. Можем ли мы гипотетически допускать, что этот отказ не будет действовать в отношении новых независимых государств, тем более в условии их пока еще непризнанности? То есть вернут ли себе территории, потерянные в 1944 году, Латвия, Эстония, Финляндия и другие страны? Я думаю, кстати, что да, что такое возможно. Почему? Ну, во-первых, каждый случай все-таки индивидуален. Да? Ну, вот история с латвийским Абрене и эстонскими Петсери, да, то есть они очень похожи, с одной стороны. Почему? Потому что ну, это вроде как выглядело как наказание за, там, за то, что были независимыми, за то, что сотрудничали с немцами, да, там, то есть приблизительно так. Причем, кстати, тоже это парадоксальная достаточно, ну как парадоксально, для нас не парадоксальная вещь, это одновременно умещается с, там, с легендой о латышских стрелках, да, то есть, опять же, ударение на чем? На том, что это этнически русские территории, но они действительно, да, там в одном случае там староверы живут, в другом просто русские, кстати, белорусы. Вот, но тут все-таки, я думаю, что ситуация достаточно разная. Латвия вполне конкретно заявила о том, что да, нету никаких претензий, ничего не может быть. В Эстонии этого не произошло. Там на самом деле урегулирование до конца не случилось. Поэтому эстонцы паспортизировали даже население. Да, они даже проходила паспортизация. Да, да, да. Кстати, Эстония была очень активна в этом плане. Да. И относительно Финляндии, я думаю, что на самом деле вот ситуация с Балтией, она такова, что в случае, если, когда Российская Федерация перестанет существовать в том виде, как она есть, то страны Балтии, я думаю, вот эти территории смогут вернуть просто даже ну, по причинам того, что как заключались эти договора в 1944 году. Да, то есть они никак не заключались. Это были решения... Никчемные акты так называемого международного права. Да, что, да. По поводу Финляндии, ну, я тут, наверное, я думаю, опять же, индивидуальные все эти подходы. Но я думаю, что на самом деле это касается не только Латвии и Эстонии. Кстати, то же самое может речь идти где-то и во Финляндии, и об, даже, как ни странно, и об Украине. Почему? Потому что все будет зависеть от того, какая будет выстраиваться архитектура безопасности и что именно произойдет с Россией. И в этих условиях для Запада, возможно, будет даже и приемлемым вот создание, так сказать, с одной стороны, создание там каких-то серых зон, а с другой стороны их... Ну, сделать так, чтобы они не разрастались, а вводить их в какое-то легитимное поле, в том числе и таким образом. Я думаю, что на самом деле это может быть. В общем, то есть, да, именно потому, что это никчемные, вот, ну, с юридической точки зрения акты. Тот же самый Таганрог, да, хотя понятно, что мы, ну, скажем так, мы прекрасно сознаем, что это, какое там население и как это, да, но это может быть. Я думаю, да. Тем более сейчас как бы я не вижу какой-то политической активности в отношении претензий Украины на Кубань, например. Да? Ну, есть у нас коллеги, которые говорят, что Кубань наша, и необходима Украина-китайские границы. Относительно Кубани как раз, кстати, я считаю, что тут ну, это достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что все-таки мне приходилось общаться с черкесским движением, да, то есть и
И, кстати, тут тоже вот, ну, достаточно много таких мифов, ну, и травм. И травма, кстати, геноцида 1863-го, она непроработанная. Почему? Потому что понимание того, например, я не скажу за все черкесское движение, то есть мне с разными людьми приходилось общаться, но, например, есть такая оценка, что вот вы, украинцы, виноваты, то есть вы, ваши казаки устроили геноцид, и то есть вот это, такая позиция тоже существует, и восприятие, скажем так, диалог начать с того, что, у нас тоже травма геноцида 1933 года, и в принципе, и тот же самый на самом деле виновник, преступник Москва, оно пока что, ну, как-то не укладывается, в общем. То есть, и такое, опять, достаточно наивное восприятие. Вот у нас есть все документы, доказывающие, что был геноцид. То есть очень много кто не живет в реалиях 21 века. То есть это абсолютно с юридической точки зрения, ну, такое очень слабое понимание того, как это должно оформляться, что это должно быть, как это видит. Это... И поэтому я думаю, что на самом деле... Кубань, да, Кубань имеет право на самоопределение в этом вопросе, с любой точки зрения. Но точно так же Кубань, вот эта будущая Кубань, должна решать вопрос с черкесами. Потому что это та проблема, которую они должны уже видеть. То есть вот, ну, в чем дело. На нашей карте у нас изображена Черкесская Федерация. Черкесская Федеративная Республика, где есть автономное образование Кубанская Народная Республика. Мы основывали нашу карту на диалоге, в том числе с черкесским движением, и с движением «Малыновый Клин», представляющий кубанцев, которые готовы разговаривать об общем государстве с черкесами, где номинатором являются черкесы. Вот это, кстати, да, я думаю, что это бы, это, кстати, сказать даже с точки, вот такая конфигурация имеет, может быть, более приемлема для мира. Почему? Потому что, ну, вот это государство все-таки коренного народа, да, представительство, то есть это... Ну, и вернуть гражданство махаджирам, которые уехали. Да. То есть черкесам, живущим в Турции, в Ливане, в Сирии, в Египте. Кстати, мы все время... Да, и тут еще один момент. Мы вот по поводу возможности отхода, да, территорий, мы тут сейчас вот в Европу, а на самом деле, я, кстати, думаю, очень перспективно, что может быть, это ситуация с Курильскими островами и, возможно, даже югом Сахалина, потому чтобы оно вернулось к Японии. Почему? Потому что, скажем так, тут опять же, ну, мы в любом случае, да, принцип нерушимости границ и суверенитета, провозглашаемый ООН, да, он всемирный, но, ну, будем справедливы, он европеецентричен на самом деле. Почему? Потому что оно дальше еще крепится вот Хельсинскими соглашениями, да, то есть вот это... В мире оно воспринимается немного по-другому и как-то и выглядит по-другому. Так вот, и тут есть еще один момент, да, это, во-первых, это все-таки уже азиатская часть, а второй момент, хотя понятно, хотя однозначно, да, Япония — это часть западного мира и первого мира, то есть нет вопросов в этом плане, но Япония не признала вхождение 4 Курильских островов в состав России, и эта позиция жесткая, которая, в общем-то, и... Вот эта жесткость, она и позволяет рассчитывать на то, что территории вернутся. Поэтому я думаю, что... Сейчас в их картах Японии, в многих форумах, я специально походил, посмотрел, как раз рисуется весь Сахалин японский. Ну, да, кстати, такое тоже есть, да, но все-таки, ну, по Сахалину, и видишь, как оно-то интересно, все-таки японцы о нем вопрос не поднимают, да, но... Но, опять же, вот именно в условиях, когда Россия будет дезинтегрироваться, и, естественно, что в этой связи Китайская Народная Республика будет усиливать свою какую-то экспансию, то возвращение, во-первых, справедливости, а во-вторых, ну, возможность уменьшить вот эту серую зону,
Это, кстати, тоже тот фактор, который добавляет как шансы именно Японии, да, вернуть контроль над Курильскими островами и Сахалином тоже. Вот Сахалин тут именно может стать таким, да, как призом, во-первых, за принципиальность по отношению к Курильским островам, во-вторых, призом за принципиальную позицию по отношению к Китайской Народной Республике. Ну, кстати, с демонтажом России Китай тоже проявляет определенные интересы, определенные амбиции. Да, конечно. И тут, я, тут тоже, кстати, как... Я напомню, да, материалы, которые появлялись еще в начале 2000-х годов. Была отличная статья в Жимин Джибао о том, где говорилась такая фраза, мне она врезалась в память, что в случае процессов децентрализации и расклада с Россией, Российской Федерацией, отделения каких-то территорий, граждане, проживающие, формировка почти от Мао Цзэдуна, временно проживающие на китайских территориях, уважаемые советские граждане, временно проживающие, да, на советских территориях, вот, граждане, проживающие на сопредельных территориях, выберут стабильный Китай, а не развалившуюся нестабильную Россию. А, кстати, вот эта мысль, она, ну, я не знаю, как она характерна для Дальнего Востока, но вот, допустим, ну вот, да, по результатам Второй мировой войны есть Восточная Пруссия, Калининград, часть Карелии, да, то есть, ну, о чем мы говорим, и вот Курильские острова и Южный Сахалин. И очень показательный момент. Везде Москва устроила либо кладбище, как вот в карельских районах, которые прилегают непосредственно к Финляндии, да, то есть, ну, такой прямо вот, причем, кстати, с этим даже никто из русских не спорит, да, то есть, вот они, россияне, да, ну, да, ну, вот так вот, да, мы вот такие, вот был Выборг красивым, да, а теперь он, ну, такой, какой и есть, да, то есть, в Восточной Пруссии, где просто все физически ощущается, что в этот ландшафт, ну, никто не зашли сюда люди, да, то есть вот там разваленные дома, тут дороги, ведущие в никуда, одичавшие сады, непонятные какие-то каналы, да, и хрущевки в центре Калининграда. На Южных Курилах, где живет людей ровно столько же, сколько жило при японцах, но при этом уровень милитаризации просто зашкаливает, да, там уникальная дивизия называется, она пулеметно-артиллерийская, 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия. Кстати сказать, ее бойцы засветились уже в интервью даже у Золкина, да, то есть военнопленные, то есть их даже оттуда вот перекидывают. Это к вопросу о российской военной мощи, да, то есть с Курильских островов. То есть Россия везде продемонстрировала абсолютную неуспешность и везде ссылка идет на такой, ну, на плохой климат, даже в Восточной Пруссии. Ну, это же Прибалтика, это холодно. Карелия, ну да, там же зима холодная. Курильские острова, ну, они же такие, вот они же там, этот самый тоже, там, не растительность, там, не леса, там все, вот оно как-то все так это. Причем везде все эти территории были успешны. Что у финнов, что у немцев, что у японцев, да, то есть, почему? Потому что, а потому что везде не свой ландшафт, везде восприятие того, что вот мы тут, да, и вот в этой связи я думаю, что на самом деле слова Мао Цзэдуна о том, что выберут стабильный Китай, ну, про Китай я говорю, я очень сильно сомневаюсь, что будет стоять очередь из россиян за паспортами КНР, вот, потому что, ну, все-таки КНР – это КНР, да, это ДНР, у которого получилось, да, начнем с того, то есть задавить настоящий Китай, который загнан на Тайвань, то все-таки в начале 90-х годов, мне так очень часто приходилось общаться, и да и сейчас я общаюсь с некоторыми калининградцами, там такая определенная такая региональная гордость и идентичность, которая так себя очень что-то сепарирует себя от остальных россиян, она присутствует. То есть оно, к сожалению, не выросло в что-то большее в плане вот того, что
европейскости настоящей, да, но вот этой вот спесь такая, что мы европейцы, мы тут в Европе, мы тут форпост в Европе, и вообще мы тут другие, потому что мы, там мы имели возможность вот в Польшу ездить, да, там по малому этому прикордонному движению. А вот, это присутствует и в условиях дальнейшего кризиса. Я думаю, что те же самые дети советских майоров очень быстро бы проголосовали на референдуме за вхождение в Германию, в Польшу, куда угодно, то есть это было бы. Точно так же, кстати, как и с, ну, вот, и в Карелии, и на Курилах. Да? То есть я думаю, что это то, что это абсолютно возможно. Почему? Потому что, ну, вот такой вот лифт, вот так вот двинуться, эмигрировать никуда не выезжая. Что может быть лучше для русского человека? Ну, вчера я принял участие в интересной конференции. Это была конференция свободной Ингрии. Угу. Ингрия – это территория области Санкт-Петербурга. И идея создания независимой республики Ингрии, она очень как бы популярна в части, в случае, политэмигрантов из Питера. Но я слышал об этой идее достаточно давно. Она была, возникала времени в разное время. Была Республика Ингрия, там восточно-карельская, да? Да, была, ну да, на севере Ленинградской области, там есть район, кстати, вот тоже очень показательная история того, что в России называют гражданская война, да, на самом деле, ну, цепь конфликтов, войны за национальную независимость, не все из которых закончились успешно. И, ну, и, собственно, гражданской войне между красными и белыми русскими, да, то есть вот, то, да, около там 2 лет в Ингрии существовала республика, которая даже марки успела напечатать, которая в пригороде Ленинграда практически, ну, тогда Петрограда, успешно отбивала атаки, и потом, ну, в абсолютном, ну, в большинстве своем они перешли в Финляндию, то есть туда, в сторону Выборга. Да, это было, и так вот, кстати, да, тоже очень показательный момент, я просто помню, как мы с тобой разговаривали с приднестровскими в середине 2000-х годов, приднестровскими, как это по-русски, можновладцами, власть имущими, да, и они рассказывали о том, что принципиально не хотят убрать буковку М из ПМР. Почему? Молдавский. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, тогда легитимность еще меньше, потому что должно быть этническое начало. Вот, то есть в определенном плане. Да, это... кстати, говорил первый президент, так называемый ПМР. Да, да, да. Вот, при всем при том, что... Да, и при всем при том, что это же было, ну, понятно, что там этого этнического молдавского начала, ну, оно загнано на такой маргинез, да, то есть ни одного закона не переведено на молдавский язык, на кириллице, кстати, точно так же, как и на украинский, да, то есть, вот, то, вот, я, Ингрия, вот тоже, вот, с одной стороны, это вот именно тот экономико-географический регион, потому что понятно, что, ну, какое там этническое начало может быть, но вот именно этот... Сторонники независимости Республики Ингрия – это не ингерманландцы. Да, не ингерманландцы, это русские, да, да. Но, тем не менее, все равно это вот этническая вот эта та составляющая, которая, она где-то вот обязательно должна или там присутствовать для того, чтобы определять вот эту региональную идентичность, да, какую-то. То есть это, ну, такой очень показательный момент, и он, видимо, важен и в будущем, в том числе и для диалога с миром, да, то есть вот выводить откуда-то свои вот эту, свой этот генезис, все такие вещи. Я думаю, что Ингрии повезло, потому что с ними Олег Куваев, Масяни. Да, да, да. Кстати, это инструмент. Да, это, кстати, можно даже сказать, ну как, амбассадоры Ингрии в мире, да, и, ну, скажем так, по крайней мере, в русскоязычном сегменте мира, это то, что, да, действительно, это то, что, ну, повезло, то, что представило, и однозначно, да, это правильно. Уваев поддержал нашу карту, кстати, тоже. Да? Спасибо. Спасибо. И во многом, как бы, у нас есть, такой, есть такая коллаборация с Куваевым, то есть он тоже в таком варианте видит демонтаж Российской империи. Это очень, очень хорошо.
Ну, кстати, да, тоже интересный момент, что вот, ну, как по мне, это очень показательно для такой момент для вот, определения реальности намерений российской оппозиции. Да? То есть, ну, это, ну, это, я думаю, это такая достаточно банальная вещь, о которой я говорю. Ну, и, то есть тот самый Ходорковский, который рассказывает, как он зубами будет держать Кавказ. Кстати сказать, вот это еще один сценарий. Сценарий построения теократического какого-то общества. Да, тоже может вполне быть. Почему? Потому что, ну, абсолютно объективно. Какой-нибудь митрополит из Звездонии, который там провозгласит какой-нибудь православный халифат? Не-не, я, ну, на Кавказе я имею в виду. Наоборот, мусульманский вот тут вот. Я не вижу, да, вариантов для какого-то православного ренессанса. Хотя, ну, что-то Юрий Щербак не просто так написал «Час смертохристи», да, то есть это такой очень хороший сам по себе термин. Вот, и на Северном Кавказе, вот, кстати, вот последний вот этот вот антисемитский вот этот всплеск, который был, он очень показателен. Как по мне, это, ну, такой, как сказать, да, это, с одной стороны, это... То, в общем, то, что произошло благодаря поддержке власти, спецслужб и полиции. Оно не могло не произойти по-другому. И это, кстати, очень предельно четко характеризует Путина. То есть он, политика государственного антисемитизма для него, вот она просто, он ее унаследовал от КГБ, от жандармерии. Вот, от Российской империи, то есть это однозначно, потому что мои знакомые, например, черкесы говорили так, говорит, когда первый митинг был в Черкеске, кстати, карачаевцы вышли, что показательно, с требованием не пускать евреев, беженцев, говорит, слушай, говорит, тут, говорит, знакомый вышел с плакатом за образование на черкесском языке в школе, говорит, прибежал батальон полиции, говорит, и посадили сразу же на 30 суток. Тут выходят целой толпой, кричат с плакатами, говорит, где-то полиция делась. И в Дагестане та же самая история, да, то есть неделю, ну не неделю, дня два перед этим бродят толпы молодежи, которые лазят по этим, по гостиницам, ищут евреев, израильтян, сионистов, потом захватывают аэропорт. И тут возникает вопрос. Это регион, где самый жесткий контрразведывательный и полицейский режим в России вообще. Где режим контртеррористической операции на региональном уровне вводится, ну, там, раз в несколько месяцев. Да, то есть практически везде. И тут вдруг мы видели, кстати, за год до этого протесты против мобилизации тоже достаточно жестко, ну, подавили. Но они просто неожиданные были, поэтому где-то вот оно там проскочило что-то. Тут впечатление, что вся эта полиция Дагестана то ли штурмует Бахмут, то ли борется с украинским подпольем на рынках Луганска, да, то есть где-то, то есть непонятно, куда-то делось. Понятное дело, что это все не могло быть, не вот, ну, точно так же, как погромы в Российской империи, когда черносотенцы шли, а полиция сбоку шла, чтобы, не дай бог, еврейская самооборона или там студенты им ничего не сделали. Да? То есть, так вот, это очень такой, на самом деле, заигрались товарищи чекисты. Почему? Потому что, во-первых, для Северного Кавказа вообще этот антисемитизм, он не был характерен в таком виде. А они сейчас, более того, они включили мусульман Северного Кавказа в общемировой контекст, то есть противостояние с Израилем. И очень интересно, выгребут ли они из этой ситуации. Если они думают, что они до сих пор все держат под контролем, то я думаю, они очень ошибаются. Они сами дали вкусить крови. Тем более, что никто сильно не наказан. Там 15-30 суток. То есть это очень такой интересный момент. Есть обоснования определенные, почему такие мягкие приговоры. Дело в том, что основные участники погрома – это представители молодежь из правящих кланов. Да, кстати, да. Это, кстати, поэтому они родственники тех, кто держит саму республику. Ну, как бы нельзя наказывать эти кланы, они системообразующие. Вот. Да. Частично лезгины, частично аварцы. Аварцы, да. Да, по-моему, ну, аварцев, да, наверное, больше всего. Хотя, конечно,
тоже интересный момент, показательный, например, в таких местных пабликах, там кричат, что кумыки организовали, ну это уже, так сказать, местный колорит, да, то есть... Кумыки нагаются, по-моему, самые такие, которые мутят воду постоянно в отношении правящих кланов, это постоянно недовольные. Да, да, кстати, я думаю, что где-то, да, можно об этом говорить, но тут, кстати, тоже это интересный момент, вот кумыкский язык, который был лингва франка, да, и потом... Да, потом ну, перестал быть. Кстати, кумыки, по-моему, это тюркоязычные. Да, тюркоязычные, да, конечно. На нашей карте Дагестан представлен как федерация. Да, и очень, кстати, правильно. Представлен я тоже как раз... Причем с пересмотром территориального в пользу кумыков, возврат им одного из районов ликвидировано в 1944 году. А я, кстати, вот если, ну вот по тем некоторым публикациям, которые я делал, я там начинал об этом говорить, да, то есть вот мы, мое мнение, должны объяснять Западу вот именно то, что нету какой-то российской стабильной границы. То есть Россия, граница России везде, она везде мифологична, да, вот абсолютно, да, то есть, ну вот Финляндия, ну вот Карелия, Восточная Пруссия, Курилы – это вот история завоевания, да? Это то, чем вот питается этот гордыня, да? То есть, более того, эти Курильские острова, которые нафиг не нужны на самом деле, вот эти четыре южных острова, там сказка о том, что вот мол это проход для кораблей военных, еще что-то, ну то есть, но они на самом деле это как, это приблизительно как в том анекдоте про ковбоя, никто не ходил, ну и я к ней не пойду тогда, да, тоже, то есть, ну как же, вот Японии надо, значит, вот это в очередной раз греет. Граница с США, Аляска, да, это вот этого тоже, опять же, мифа, то есть для того, чтобы греть национальное вот это сознание. Вот, мол, типа, это утраченная территория, но она утрачена несправедливо, вот через 100 лет ее должны были вернуть, поэтому вот она, то есть, и опять же, это опять же история, кстати, тоже неуспеха. Почему? Потому что, ну, уровень жизни на соседней Аляске, где точно такой же климат, такие же все суровые. И Чукотки, то есть это же, то есть, но вот это вот этот предмет для гордости, кстати, именно на Аляске оно проявилось, вот этот, я думаю, что это оно где-то архетипически вот для современного России это стало, да, то есть эти мифы были, почему? Потому что я с детских лет помню эти рассказы о том, что когда в разговорах у людей, ну, Екатерина продала, какая Екатерина, при ней еще осваивать только начали, вот, это ж тут вот эта песня группы Любе, да, которая «Не валяй дурака, Америка». Вот он, вот этот. Это, кстати, то, на что американцы должны смотреть, и западные люди. То есть вот эта вот зависть, она на несправедливую границу, да, то есть как они считают несправедливой, это то, что это не те люди, с которыми можно разговаривать. То есть вот архетип, где она лежит. Да, то есть разговаривать необходимо только с новыми независимыми государствами, системообразующими политическими группами, гражданским обществом, которое выступает за независимость своих государств и готово с оружием в руках защищать их границы. Большое спасибо, что были с нами. Спасибо Дмитрию. Это Виталий Кулик, Ранковый Кулик. Программа «Спецвыпуск» посвящен карте пост-России. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на, так называется, «Ранковый Кулик», подписывайтесь на YouTube-канал «Спиль на ТВ», подписывайтесь на социальные сети Дмитрия Левуся, Виталия Кулика. Будьте с нами, следите за анонсами. Большое спасибо, до свидания. До свидания.